дальше на Джинджала. Это вообще 1 мая 2008 года, чемпионата России. Набора игроков сами назад. На Бобра на коротке здорово сыграл. Открылся Бобер под эту передачу. Удар Калачева 2-0. 2-0. И какая атака. Как разыграно было все. Просто как по нотам. Керек мог в первом тайме забить и не один мяч. Если бы использовал все свои сильные стороны. Не сумел. Не хватило именно завершающей стадии. Была агрессия, было давление, и центр весь был за хозяевами. Но не было точности, и не было такой спокойной подготовки, да, вот, спокойной концовки. Ну, а крылья что первый, что второй.